Егор Рудковский, автор «Победного мяча». Егор, первый вопрос простой. Мы люди эмоциональные, ты спокойный, мы знаем. Вот что вообще это было? Ну, начало, думаю, всем не понравилось, все были немножко в шоке. Не знаю, с чем это связано, честно. Дали свободу, они почувствовали уверенность и поймали нас, смяли, наверное, это время. Первый тайм. В перерыве условно договорились, кто не хочет отыгрываться и не видит в этом смысла, тот просто не выходит на поле. Ну, вы видели, вышли все бойцы. Я смотрю, мы сравняли счет, когда была 59-я минута. Это фантастика просто. Потом мы форсировали события, давали много сил за 15 минут, немножко подустали, игра немного выровнялась. Я знал, что нам нужна одна хорошая атака, были еще хорошие подходы. К сожалению, сил не хватило, наверное, чтобы уже хладнокровно решить эти моменты. Ну, не знаю, так получилось, я решил пробить. Хорошо то, что хорошо кончается. Целился в этот угол или, ну, просто случайно? Ну, не случайно, а вот просто в створ целился или именно под эту штангу? Ну, целился в левый угол ворот, потому что, ну, вправо было тяжело с этой позиции пробить. Мяч пошел низом, трудно для вратаря. Твой первый гол во втором дивизионе. Что чувствуешь в связи с этим? Ведь, ну, немало матчей уже провел, ведь наверняка вот это немножко давлело, да, что нету гола. Или все-таки спокойно к этому относился? Ну, не скажу, чтобы, конечно, совсем спокойно. Я, конечно, чувствовал, что хотелось забить. Но для меня никогда это не было приоритетным. Потому что для меня важнее победа команды. И если бы забил сейчас кто-то другой, не менее бы рад был. Ну, я очень рад, что наконец-то смог открыть счет своим голам. Надеюсь, буду и дальше помогать команде. Какие слова говорились в раздевалке? Ну, Михаил Сергеевич Буренков, самый интеллигентный тренер российский, я думаю, ты это знаешь не понаслышке, работал с ним, ну, с детства, по сути, да, 96-й год рождения. А вот что он говорил, да, он вообще не обращал внимания на результат 0-3, пытался от этого, или наоборот накричал, сказал, что вы делаете, вот, и надо по-другому? Нет, он спокойно довольно объяснил, что надо выходить и показывать свой футбол, как мы умеем играть. И забить столько, сколько у нас получится. Хорошо, что мы забили быстрые голы, это дало нам уверенности. Мы поймали кураж и благодаря этому выиграли сегодняшнюю игру. Вчерашний матч ЦСКА вдохновлял, там ведь сценарий был тот же, 0-3 после первого тайма. Ну, сегодня не 6-4, и тем не менее что-то подобное. Вот помнили об этом? Да, конечно, мы всегда знали, что нет того результата, от которого нельзя отыграться. Тем более 3-0, да, 3 гола, кажется, большое преимущество, но забить один, и уже преимущество будет скользким, и психологическое будет преимущество на нашей стороне. Я слышал, Саша Жижин, если я не ошибаюсь, сказал: парни, все вчера смотрели ЦСКА, и давайте выйдем с тем же настроем, что и они. Так получилось. Солнце действительно мешало, потому что, ну, все мячи влетели в левые ворота, как раз туда, куда солнце светит прямо вратарю. Ну, не все голы, конечно, из-за солнца мы забили, но солнце сказывалось на верховой борьбе, когда мы играли первый тайм, было тяжело немного играть, мяча совершенно было не было видно. Но это не отговорки, это не причина для каких-то отмазок, так сказать. Это то, к чему надо подстраиваться, но условия не жалуются, к ним приспосабливаются. У нас было 3 незабитых пенальти, сегодня забил Солдатенков. Как происходило назначение бьющего пенальти? Я так понимаю, что если до этого Косинчук, Зиньковский где-то били, это была в том числе их собственная инициатива, то сегодня уже конкретный пенальтист был. Да, нам после прошлой игры объявили, что на установке на этот матч тренеры объявят, кто будет бить пенальти. И на установке сказали, что пенальти исполнять будет Александр. Спасибо большое, удачи. Мы просто в восторге, и вам только побед. Молодчик, Егорка. Спасибо. После первого тайма я хотел тебя разорвать. Это, кстати, тот самый Евгений Солдатенков, папа Александра, который всех рвет в перерыве.